Всем привет, друзья! Вот такой у нас трактор на обзоре. Хеномото. Японский. Сколько тут цилиндров, Шура? Кого? Сколько цилиндров? Три. Три, да. Вот такой. 25 лошадей. Ну, 25 лошадей. Прикольно. Я еще такого не видел. 1985 года. Выпуска. Вот, а как тут передача? Ну, это полный привод. Угу. Два это пониженные, это пониженные, это супер пониженные, это повышенные. Три режима ВОМа. О, так ВОМ вообще прикольно. Ну, и передачи первая, вторая, третья и задняя. Ага, три передачи. Ну, он быстро бегает, да? Да. Вот такие вот колеса. Какие задние колеса? Насколько? Очень большие. Тут-то. Да. Ну так, пояс, в общем, колеса. Вот, передняя чуть поменьше. Тут, наверное, как на мотоблоке, чуть выше, да? На обычном рогатом. Вот, ну прикольно. Тракторок. Японки свои мандами джапа. Непонятно. Да, ну ладно. Походу, наверное, ну это поменьше, как 4, на мотоблоке. 5 на 14 будет. Угу. Ну, на обычных мотоблоках. Вот. Это вообще ширина. Вот. Да. Триокучник. А сколько это? А, ну, нормально на триокучника так. Да. Опа. А эти на 18? Ну, а задняя 18. 8 на 18. 8 на 18 колесики. Тоже сами варили это, да? Плуги. Окучники, в смысле. Вот. Вом. А вом как-то закрывается, да? Ну, это защита стоит от дурака на фрезу. Фреза тоже, ага. Фрезу сейчас покажу. Вот так. Трехточечная навеска. Вот. Тапоки. У нас регистрировать, наверное, надо, да? 25 лошадей. Ну, как так особо быстро не гонять. На сколько бак? 30 литров. О, 30 литров. Да, дизелек. Вот. Как впереди. Руль. А, да, регулировка руля. Вот. И сиденье регулируется. А это что? Это гидравлика. Все завязано. Ага, полный привод. Полностью. А это ручной какой? Это блокировка. А, блокировка, да? Вот такая. Газ, тормоз. А это педалечка маленькая? Газ? Угу. А это тормоз? Сцепление. Тормоз, ручник. Раз. Ручник. Вот. Ручник. Это то есть тормоз, тормоз стопоры, нажал, да? Нажал тормоз и ручник вытянул. Угу. Также нажал, спустил. Ну, классный пураж. Вот, ну что. Покажи, как заводится. Тоже интересно. Вот. Защита от дурака. Включили. Вот, нагорело. Свечи, накалы. Да. Сцепление обязательно, так не заведет. Сцепление нажимаем. Вот. Покажем немного мотора. Вообще для двоих подъем. Так, вот. Вот такой вот мотор. Стоит дополнительный вентилятор на охлаждение электро. Срабатывает автоматически. Темновато. Ну ладно. Вообще шикарно. Офигительный трактор. Мотор небольшой сам, да? Это сигнал такой маленький? Да. Все работает. Покажи в сигнале сильно. Ну нормально. Для трактора хватит. Вот. Никакой электроники, все механическое. Да, электроники нету. Механическая. А это что за ящик? Это бардачок. А, бардачок такой. Вот обычная ручка. Это снимаешь. Для обслуживания масляного фильтра стоит. Угу.
на мотор. Топливный фильтр. О, стоит. Классный аккумулятор, прикольный. Топливный и масляный стоит на гидравлике внизу. Ага. Того внизу это масляный, а это? Это топливный. А это топливный. С краном или что? Да. Ну, чтобы... А на сколько аккумулятор? 12 вольт. Угу. Ампераж не знаешь? Не видно, да? 40 что-то там. Не, улица тут 40. 40-ка, да? Хрен его знает. Ну, тут он сильно... Японская эта цепь. Трехцилиндровый. Ну что, классный вот такой. Трактрок. Вот. Все, пошли фрезу покажу. Так, ну что, вот такая вот фреза. А сколько нам? Метр с лишним, да? А, здесь все написано. Не по-нашему. Ну, так что не по-нашему. Ну да, все по-китайски. По-японски. По-японски. Ну, какие китайские, я их не соображаю. Все не по-нашему. Ну, такая мощная фреза. Так, метр 20. А, да, метр 20. Угу. Это все продается, да, такие трактора? Да, с Японии. 27-го будет в Клайпеде, через неделю будет в Минске. Ельнинская 21. Ага, номера есть? Можно сказать. Республика Беларусь, если что, Минск. Продаются вот такие трактора, привозятся. Из Японии контейнерами. Вот. Нормальные трактора. Мощные. Вот фреза вообще такие, да? Мощные. Можно и запчасти там заказывать у него, у кого что есть. Он тоже. Александр угу. Помогает. 8029 364 2487. Александр зовут. Ага. Вот. Можете звонить ему, обращаться. Вот, кому интересно, заказывайте, покупайте трактора. Лапы, сука, не из дешевых в Японии. У нас они, как польские, угу. Дешевле. Сказал, помнишь, Сергей? Да. Вот. Ну, они, конечно, у нас такие не делают. Ну, польские, они там в районе 300-400 долларов, и китайские. Ну, а там 500 долларов. Тут стоят же их много, да? Сколько раз? Тут рядов дофига, в общем. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, все закрывается вот. Сюда, да? 32. Ну, вот две точки. Да. 34, да? Штуки. А, так тут вообще прикольно, все под навеску. Вот. А что, здесь сзади что-то еще под, да? Ну, это можно цеплять его. Вот. Колеса ставить. Да. А, ну это хорошо. Да. Вот такой вот трактор. Кому интересно, звоните по номеру, что сказали. Вот. Всем спасибо за просмотр. С доставкой. Вот, еще и с доставкой, да? Да, по Республике Беларусь. Вот. Ну, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр.